Всем здравствуйте! Артисту было 65 лет. Сегодня стало известно о трагедии в сфере кинематографа. Этот мир покинул любимец миллионов Александр Немченко. Артист много снимался в кино, но особенно запал в душу советскому зрителю своей ролью весельчака в легендарной военной киноленте «В бой идут одни старики». Известно, что знаменитый артист страдал тяжелой формой диабета. Почитатели таланта Немченко даже собирали для него деньги. О трагедии сообщили сотрудники Винницкого театра имени Николая Садовского. Грустное известие и соболезнования родным и близким опубликовано на странице культурного учреждения в Facebook. В главной кинокартине своей жизни Немченко сыграл улыбчивого и никогда не унывающего барабанщика, поющего эскадрилье. Артист также успел сняться в 4 кинолентах, среди которых «Кислородный голод», «Право руководить» и другие. Большую часть времени Немченко посвящал игре в театре. Там он исполнял 122 роли. Ранее рассказывали об уходе знаменитого дирижера Александра Ведерникова. Мэтра не стало на 57-м году жизни. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.